Сегодня прошиваем Chevrolet Cruze 1.8 механика. Блок управления Siemens Continental Simtek 76. Делать будем Евро 2 полноценная и тюнинг. Читаем комбилодером и пишем, естественно. Делаем идентификацию. Идентификация готова. Читаем. Адаптер у нас E-Link. Флеш прочитано, сохраняем. Сохраняется в бин-формате, нажимать ничего не нужно. Файл модифицировали, сейчас будем заливать его в машину. Делаем идентификацию. Файл Евро 2 заливаем здесь целиком, не калибровки. Потому что если залить калибровки, полноценного Евро 2 не будет. Так что льем только целиком. Вот у нас спрашивают, залить калибровки, отвечаем нет. Все, файл целиком запишем. Теперь выключаем зажигание. Ждем несколько секунд и заводим машину.
полноценная Евро 2 и тюнинг.